Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Донателло, Донатти ди Никола ди Бетто Барди, Святой Георгий, 1417 год, мрамор 109/67. Мраморную статую Святого Георгия Донателло создал по заказу цеха флорентийских оружейников. И все же отметим, что здесь святой воин со щитом, но безоружный. По указу сеньории, цеха ремесленников получили возможность поставить скульптурные изображения своих покровителей в нишах на высоте 2 метра на наружных стенах церкви Орсан-Микеле. И до статую Георгия Донателло уже изваял святого Марка для цеха изнопредельщиков. Современников восхитил мужественный молодой воин Георгий. Вазари, автор многих жизнеописаний итальянских мастеров, сообщил: голова его выражает красоту юности, смелость и доблесть в оружии, некий гордый и грозный порыв и изумительное движение, оживляющее камень изнутри. Литератор отметил главное. Донателло высек статую по законам статики, но легкий разворот фигуры лишает ее фронтальности, а сжатая кисть руки, сосредоточенный взгляд, нахмуренные брови наполняет образ внутренним напряжением. Ну вот такое описание работы Святой Георгий Донателло я нашел в интернете. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.